Всем доброе-предоброе весеннее утро. У нас прекрасная погода на улице. Ты куда залез-то? Вот так, уселся. Уселся, моя рыба сладкая, уселся. Моя мята, смотрите, новая растет. Посмотрите, чудо мое. Чудесно. От дождя капли. Ну разве не чудо, красота? Погода замечательная. Вот смотрите, я вышла в халате, но я там в ночнушке сейчас выходила. И замечательно. Тепло, ветра нет. Я уже причесон навела. Сейчас пойду краситься. У нас сегодня сабантуй с девчонками. Мы сегодня с девчонками собираемся. Девичник, скажем так, такой. Не, ну будут пару мужей. Мой не будет. Ну там почти ни у кого не будет. В общем, они с своими друзьями встречаются. А мы с девчонками своими встречаемся. Вот. Ну я сказала, поедешь со мной. Он говорит, а не, не хочу я там буду делать. Дело в том, что мы, знаете, с девчонками разговариваем, собираемся, ну, по-русски разговариваем, да, обсуждаем свои какие-то девчачьи темы или что-то, и мужики вроде бы как нам, мы идем в ресторан, поэтому, когда мы дома встречаемся у кого-то, то это одно дело, они там соберутся все вместе, смотрят телек или еще там общаются, так как сегодня мужиков практически не будет, то ему просто будет там скучно. Вот, и я поеду одна, и он договорился со своим другом тоже, они там поедут. Не поедут тоже на одному, домой поедут, поедут, не знаю, что они там будут делать, паэлью готовить. Так что вот так. Мы сегодня по разным сторонам. Еду я в Альмунекар, в итальянский ресторан мы что-то собрались, решили сегодня в Испании Доминго де Рамо, то есть вербное воскресенье. И вот соберемся. Правда, там парковать не знаю где, там говорят, все будет в центре города закрыто. Ну, не знаю, найду где-нибудь. Хочу пораньше выехать. Еще заправиться надо, с Чарли погулять. В общем, делов дофига. Вот, причесон я навела. Голову помыла. У меня дело в том, что с коротким волосом у меня вот эта часть вся вот сюда. Вверх поднимается. Приходится голову мыть утром тоже. Ой, как мята пахнет. Ну, это вообще. Пустая стоит. Она вся у меня опала. Ну, и хрен с ней. И тут вот новая растет, смотрите. Можно, в принципе, старую вот эту всю обрезать, высушить. Но она такой запах дает, вообще обалденный, что мне ее жалко срезать. Ладно, поедем. Пойду собираться, а то уже надо выходить. Надо с Чарли где-то час-полтора погулять. В общем, дела есть. Не буду же я его оставлять одного. Я все мужу говорю, забери его с собой. Он говорит, ну а ты забери. Я говорю, куда его в ресторан с собой поведу? Ты-то все-таки в гости там поедешь на дачу. Ладно, пойду красить, хватит болтать. Смотрю я это, как собак дрессируют. Обучаюсь, скажем так. Птички поют, красота. А там у нас снега. Сьерра-Невада. Лыжные курорты. Но они с той стороны. С этой стороны нет, потому что она солнечная, не так много снега, он быстро тает. А с той стороны у нас лыжные курорты. Чарли тут гуляет. Сейчас я с ним погуляю часик и поедем. Мы поедем, мы помчимся на оленях. Да, Чарли? Я ему даже поводок не одела. На пляж не поехала. Вообще море такое. Спокойно, спокойно. Я вам потом покажу. Наверное, в Альмунекаре. А так как мы из дома, рядом машина стояла, а тут никого нету. Зачем ему нужен поводок-то? Все деревья метит. Чарли, да? Скажи всем привет. Скажи привет. Ему некогда, он занят. Лохматый такой после бани. После душа лохматый. Слышите, как птички поют? Петухи даже где-то поют там. В общем, гуляем. Так как здесь вот такая вот зона, скажем, трясина и все такое, с Чарли уже сняла два клеща, представляете? Ну, я уже повторюсь, у него ошейник на нем. Они на него как бы не впиявливаются. Но на шерсть прилепляются. Так как он у меня белый, блестючий, я сразу вижу. Прям на голове был, представляете? Ну, естественно, он носом везде вот так смотрит. Везде лазит. И они осыпаются на него. Поэтому я сейчас стараюсь по всяким полям там и этим не ходить. Ну, где не обработано. В зоне в городской там обработано. Где дети. Смотрите, как птицы поют.
И эти базарят с кромкой. Видите? Кто в чем? Мужик идет. Тепло одет. Женщина по-летнему. Так что вот так вот. Иду и смотрю на него. Они прям такие жирные, здоровые вообще. На пол глаза. Да, Чарли? Где у тебя клещ? Ну-ка, покажись. Не хочет. Я уже прибыла, так как я человек пунктуальный, то я почти на час раньше приехала. Сколько у нас времени? 12:30. А договорились мы встретиться где-то в час. В час, по-моему. Ну, знаете, я всегда выезжаю пораньше, потому что искать парковочные места очень тяжело, поэтому Альмунекор — это туристический город, и тут дофига народу. Ну, я быстро нашла парковочные места. Смотрите, вот здесь у них проходит Страстная неделя. И здесь все перекрыто, естественно. Это такая улица, как говорится, принципальная. Нам где-то вот сюда, по-моему. Кстати, очень близко я припарковалась, даже не ожидала. Трибуна, вот здесь все проходят все процессии. Кстати, сейчас, наверное, уже одна есть. Видите, вот на этой трибуне. Здесь, видимо, сидит мэрша или мэр, кто там у них. А, мы вот в этот ресторан идем, вот туда. Ой, я прям вообще рядышком припарковалась. Ну надо же, я такая молодец, что я офигеваю. Ну, похожу, витрины посмотрю. Как в прошлый раз мне сказал мой бухгалтер, говорит, походи, витрины посмотри. Ой, тут все стреляет, все это. Я прям это, знаете, как только стреляют, я все время своего Чарли вспоминаю. Хорошо, что и... Я его не привезла, и он дома, а то бы ему не понравился весь этот шум, гам. В общем, буду девчонок ждать и гулять. Может быть, не, кофе не хочу, чай не хочу. Я дома попила чай с этим, с бергамотом. Видите, как красиво. Кстати, я в этом городе, когда приехала в Испанию, это мой первый город, в котором я жила. Вот. Только, правда, на зоне пляжной, где вот первое видео с пляжа. Кто не знает, как говорится обо мне, внизу ссылка есть. Мое знакомство, давайте знакомиться. Там я рассказываю, как я попала в Испанию и где я жила. Так вот, жила я первое время здесь. Здесь этот городок очень маленький, в принципе, здесь не так много улиц, вот это главное, и дальше идут по пляжу, туда и сюда. И зимой здесь скукотища. Вот, но мне, не знаю, 3 года, наверное, здесь жила, нравилось. Ну, потому что было море, пляж, знаете, я никогда море не видела, вот. И жить на первой линии пляжа, то есть через дорогу было море, это было что-то вообще с чем-то. Шикардос. Ну и стоило, конечно, шикардос. Ой. Все мои накопления сожрала квартира. Проходим, мужчина. Вот здесь что хорошо? Очень много туристов. И можно затеряться среди туристов, и с камерой ходить свободно. И меня здесь никто не знает, потому что где я живу, там меня уже все знают. О, Господи, даже уже раздетый. Фруктовый магазин, Господи, смотрит так, как будто я думала...
настоящий. Смотрите, здесь даже открыто фруктовый магазин. На разные фруктики. Арбузики, дыньки, апельсинки. Говорят, девчонки, там где-то уже идет этот процесс, процессион. Они где-то там стоят. Сейчас и до нас дают, так вкусно пахнет едой. Ногах, правда, нет, поэтому я приземлюсь на этой лавочке. Там находится ресторан. Если процессион пройдет, то он здесь пройдет. В общем, идеальное место. А это я. Вы меня видите? Я себя вижу. Джинсовая куртка, вот это мое платьишко, тунишка. И леггинсы джинсовые. Джеггинсы, как здесь их называют. В общем, приземлюсь на лавочке и буду сидеть ждать девчонок. Таким обычным облезком. Ну да. Гуля, это что такое? Давай вот это одеть. А у Зарины там не эти. Я заходила, что-то гамма точно. Переводчик у нас есть. Я и не знала, что здесь есть гамма. Такие прямо это. Ну давай, ешь. И нам сейчас принесут кушать. Давайте пошел. Нам салат, нам на троих принесли салат. Девчонки там морковку. Смотрите, моя паста. Смотрите. Объем. Объем с морепродуктами. Это офигеть. Еще домой, наверное, заберу. Это пипец какой-то. А это типа вареники с грушей. В соусе с сырным. Снимай. А что тебя снимать? Ну я снимаю тебя и меня. Ты мехионы свои ешь. Я попробую тебе креветку? Да, бери, конечно. Маме короче, тут дай. Такие порции, это пипец какой-то. Мам, я взяла две. Потом надо ходить, километры наваривать. Проблем нету. Мы поели, и смотрите, как раз в это время процессион идет. Сейчас вам покажу. Девчонки там еще разбираются с счетом. Мы только объелись, такие тут порции огромные. Я вам тут снимаю всякие процессионы, с девчонками потерялись. Ну, мы договорились идти, там сейчас кофейку пойдем попьем. Вот, и там встретимся. В одном баре, там дочка подруги работает, там кофе попьем на пляже. Какой насыщенный день у меня сегодня, правда? Так что ставим лайки и подписываемся. И будет интересно. Народу везде, слышите? Вообще это не праздник, это надо как бы... Ну, страстная неделя, да, молиться, страдать. А здесь уже все переделали туристы. Для них это праздник. Не знаю. Многие даже не думают, что это такой праздник, что нужно отмечать, веселиться и все такие дела. Ну, в общем, как всегда, о политике и о религии не говорят. Вот мы в такую зону пришли. Тут тоже всякие бары. Но тут не еда, а именно пабы, стаканчики, коктейли и все такие дела. Идем.
тоже все везде полно народу. Красота, люди отдыхают. Здесь очень много, в этом городке очень много иностранцев. То есть туристический город прям вот, не то что наш, вот не очень такой туристический. А этот, да, туристический. Смотрите, какое море сегодня великолепное. Прям хоть купайся. Вообще не знаю, то ли праздник, то ли что, но в Инстаграм вообще ничего не отсылается. Я шлю, а туда не отсылается ничего. Так, девчонки мои вот тут должны уже быть. Или, знаете, я как всегда первая пришла. Неважно. Потерялись мы, не потерялись. Я потом еще хочу в русский сходить. Он вон там, за поворотом, недалеко. Походу, я первая. А смеяться, как всегда. Оксана везде первая. Смотрите, какое море. Это вообще шикардос. Все в Испанию. Там вот девушка плавает. Или мужчина, он похож на девушку. Представляете, вода ледяная. Она плавает. А я иду, шагаю по Москве. Мы походу... А, да, вот как в прошлый раз были вот в тот паб. Идем кофе попить. Поболтать нормально, спокойно на остановке. Но я так объела, что я не могу даже ходить. И порции, знаете, там огромные, а стоят, допустим, вот одна порция 5 евро. Вообще дешево, это очень дешево. Мы и салат съели, и вот, а вон они, девчонки, идут. Чего только не поели, и заплатила я не так много. Напитки тоже копейки стоят. Не очень я люблю по песку ходить. Пипец. Взяли себе мохито из с клубникой. Красиво жить не запретишь. Там у нас девчонки, они, у них это детский сад, они там не с нами. А тут уже товарищи алкоголики собрались. Там детский сад, а тут товарищи алкоголики. Это обычный мохито, да? Да. А тот что, тоже обычный? Клубника, я сфоткаю. Тут, в общем, у нас вот так сидим. Вот на таком вот виде. Жарко невозможно. Уже хотим все снимать, что можно. У меня уже мой коктейль уже сняли. Пока я тут болтаю, коктейль уже сняли. Там у нас фотосессия. Чайки летают, травку курят. Кто-то там прям на меня сейчас накурюсь. У нас девчонки сходили в русский магазин, он тут рядом. Смотрите, мы мороженое взяли. Пломбир. Пломбир. Стаканчики. Алло, мама на раздаче. Сейчас мы тут фоткаемся. Тут у меня семечки. Мама, это купало. Там наши места уже хотят. Убери вон эти вот куртки. Ну вот я когда вас снимать, вы, я ж тут это. Давай сейчас. У меня мороженое растает. Давайте пожрем мороженое, а потом. Гуль, давай покушаем, а потом. Нет, давай. Господи. Ни минуты покоя. А потом вы меня тогда. Фоточки все в Инстаграме. Мы в баре посидели, коктейль попили. Сейчас идем гулять. Смотрите, какое море. Это наша вся компашка. Там еще, по-моему, не хватает кого-то. Сейчас погуляем. Погода замечательная. Я тут немножко на кухне разобралась. Вот так. Ну, немножко посуды было, вот сколько. Сейчас чаю себе поставлю. И буду чаевничать. Не буду с вами прощаться, потому что в воскресенье нужно отдыхать. Ничего не делать, спать. А мне еще монтировать надо. Поэтому вот такой у меня день получился. Если вам понравился, ставим лайки, пишем комментарии. Если не понравилось, ставим
лайки и комментарии. В общем, по любому случаю, лайки и комментарии. И подписка с вас. Я за вами наблюдаю. Всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.